добрый день, мои дорогие. Вчера я обклеила ее, эту голову. Так получилось, где двумя, где тремя слоями. Вот, она высохла. Вот я ее сняла. Сейчас буду обклеивать заднюю часть головы. Это мы отрежем. Обклею заднюю часть, опять она высохнет, я ее сниму и буду между собой склеивать. Так что процесс этот довольно-таки длительный, скажем так, не очень интересный. Я тут вчера еще картину написала, сейчас схожу вам, принесу, покажу. То есть у меня идет одновременно несколько работ я делаю. Ну, опять забыла маслом намазать. Ну, вот что это такое? Где моя голова? Мазать все равно чем. Можно вазелином, можно каким-то кремом. Ой! Так. Сейчас я вам покажу картиночку свою. Вот что у меня получилось. Вот. Оказалось, что два слоя немного совсем, потому что оно местами даже просвечивается. Так, ну что, прошло, наверное, минут 40. У меня было два бинта. 10 сантиметров на 3 метра. Мне их не хватит. Надо еще ехать в аптеку. Потому что мне же нужно еще склеить их между собой. Между собой склеить. И вот эту часть еще потом заклеить. Так что надо ехать еще в аптеку. А так, голова моя садовая, нужно тебя относить сушить. Ну что, мои дорогие, высохли две моих половинки головы. Я их сняла. И теперь буду уже между собой склеивать. На видео кажется все быстро, на самом деле уже четвертый день. Пока все это, пока я нашла бинты гипсовые, пока все очень сложно в Крыму. Не знаю, может быть сейчас мост откроют, может быть будет и выбор побольше, и возможности что-то найти. Пока все только. Практически все приходится заказывать. Ну, собственно говоря, пока все. Ушло у меня больше 10 метров бинта на все это дело. Так. Вот, и завтра приступим к бетонированию этой головы. Посмотрим, что получится. Доброе утро, мои дорогие. Ну что, высохла моя голова садовая. Буду сейчас делать. Сейчас маслом смажу это дело все. Цемент я развела. Сейчас время 7:30, я уже была готова 7:30 снимать. Сейчас мы тебя, мой дорогой, сейчас мы тебя промажем. Открылся мост. Отдыхающих уже очень много, даже у нас тут. Много машин с разных регионов. Много
с маленькими детишками. Сейчас школьники учиться закончат. И приедут люди. Так, у меня промокла голова моя. Ну ладно. Не знаю, хватит мне или нет. В перчатках я работать не умею, это, конечно, минус мне, но уже в таком возрасте не переделать. Сейчас мы вот так, где лицо. Ну, он, наверное, мне не хватит, потому что я размещаю. Так. Вино было виноградное. Так, сейчас попробуем. Так, а солнышко еще не вижу. Ну, собственно, и все. Высохнет. Посмотрим. Ну вот, мои дорогие, прошло еще двое суток, голова высохла, гипсовые бинты снялись легко, я их намочила просто и все, они снялись. Бутылку я вытащила, и посадила цветочки. Он, конечно, как я и, ну, и ожидала, что он будет весь в раковинах. Видите, он какой. Я сначала хотела зашпаклевать и покрасить, а потом передумала. Пусть такой постоит. А вот следующую голову, которую я сделала уже, я сделаю по-другому. Вот, так что, вот красавец. Готов. Подписывайтесь на мой канал. Будем вместе творить. Пока-пока. До свидания.